Кто появится следующим, я не знаю. По мере появления буду называть. Олег Кузьмичев, бас-гитара. Да, я просмотрел. Кстати, за моей спиной уже разместился давно барабанщик Николай Чунусов. Гитарист Александр Горячев. И там за кулисами остался последний член группы, но занимающий далеко не последнее место, певец Александр Монин. Так, а теперь несколько секунд. Ну, дочек, что с тюльпаном сидишь? Иди, взручи мне. Ну, давай. Ну, пожалуйста. Вроде как я Элтон Джон. Давай. Не, жалко. Майкл Джексон я. Давай тюльпан. Жалко. Кому? Монину? А? Девушка мне несет. Вот тебе цветочки. Большое спасибо, дорогие друзья, что так тепло встретили наше появление на сцене. Спасибо! Свою программу мы начинаем песней, которая называется так же, как и мы. ЭВМ. С кем поговорить?
Назвали «Честный Джон». Узнав об этом, мы написали песню «Честный Джон». Мы объявляем тебя вне закона. Кипит жизнь. Кто-то куда-то мчится, кто-то откуда-то возвращается. Вокруг море людей, океан. Но вдруг ни с того ни с сего начинаешь чувствовать себя таким беззащитным, маленьким, одиноким.
Видимо, под этим настроением мы написали песню, которую назвали «Одинокое танго». Смешных серых созданиях мы написали песню, которую так и назвали «Воробей Чик-Чирик». Thank you.
называется следующая наша песня. Не выдержал, бедняжка. Сейчас буду в этом говорить. Теперь мы хотим показать вам несколько наших старых песен. Вы услышите песни, которые мы записали, работая в составе популярной рок-группы «Круиз». Первая из них называется «Послушай, человек».
на гастролях в прекрасном городе Ленинве, в городе Ленинграде. Она видна. Поэтому называется музыка «Нивы». Помогать.
Будете петь именно эти два слова. Кружится волчок. И все. Все остальное будем петь мы сами. Договорились? Поехали! Время пожимает. Всего доброго!